Очередная сводка погоды с пляжа Любимовка. 30 июня. Завтра уже будет июль. Смотрим. Время 11 часов. Ну, это уже городской пляж я показываю. Ну и дальше туда. Ну, сейчас зайдем туда, на городской пляж. Оттуда сейчас сниму. Продолжим наш обзор с пляжа Любимовка 1. Он отделяется от пляжа Любимовка 2 руслом реки Бельбек. Вот оно, русло на сегодня так. И там вот то, что за руслом все, это пляж Любимовка 1. Это пляж пансионат «Радость», и там их все необходимое, и вышка спасатели и так далее, все у них там есть. А это наш городской пляж начинается. Ну, я уже показывал для переодевания кабинку, такая хитрая кабинка для переодевания. Напоминает сказку «Голый король». Кто знает, тот улыбнется. Ну и вот наш городской пляж. Как видите, место еще есть. Спешите на пляж. Есть где расположиться и где покупаться. Зато у нас ларьки работают. Вот они все. Все обеспечение идет, пожалуйста. Торговля идет, люди идут, пляж. Куда он денется, пляж? Он на месте. Сегодня специально снимаю с этой стороны, показать, какой высоты берег намывает река Бельбек в своем устье. Пойдем поближе, посмотрим, где перемычка. Специально отправил товарища, чтобы показал, какая глубина реки. Вот видите, да? В принципе, по колено. И вот там, где восстановили перемычку, сейчас не просто песок, но там и камень, и глина, и растительность. Ну вот уже подобие нормального гидротехнического сооружения. Ограничение течения воды вдоль пляжа. То есть в устье реки должно было уходить сюда в море. Должно было уходить оно вон там, на том повороте еще. Сегодня никто не будет заниматься. Поэтому этот маленький автором оказался. Вот он. Поэтому пансионат «Радость» принял решение и сделал поворот реки. Иначе бы весь пляж был вот таким вот весь. Чтобы выйти на море, нужно было преодолеть речку туда. Восстановили частично, конечно. Не в этом их не вина, а наоборот, они собой пляж сделали. А все остальное делать кто будет? Город должен делать, тот, кто отвечает за пляж. Но, по-моему, ответственных опять нет, уже не первый год. Ну, вот я показываю, где речка выходит сейчас в море. Да, забыл сказать, что сегодня сильный холодный ветер северный. Конечно, видно, вон, как люди пытаются что-то удержать против ветра, не получается. Фотографируется. Ну,
Народ на пляже есть и купается, и отдыхает. Я, конечно, не по форме одет. Очень хочется спуститься и посмотреть, какая же красота этого пляжа по отношению к уровню реки Бельбек. Пытаемся спуститься и забереть. Опа! Опа! Итак, я стою на уровне реки Бельбек, на уровне, вот, на самом уровне. Показываю, что я вас не обманываю. Вот она. Ножки я поднимаю. Значит, у меня 174, минус 10, допустим, 164. Я не вижу горизонта. Поднимаемся. Вот он, горизонт. Значит, где-то 170 примерно. 170 сантиметров. Высота пляжа над уровнем реки Бельбек. Вот такая высота на сегодня. А сегодня у нас 30 июня. В этом видеосюжете вы видите, что плот не утонул, не унесло его в море. Он пока жив. Есть он здесь. Прямо в том месте, где у нас канал соединяется с устьем реки Бельбек. Вот этот мостик. Вот шашлыки тут делают. Соломенные тюки. Ну, тоже сделано все для отдыха. На сегодня здесь ручей практически стих. Бежит еле-еле. А бывает, что он заполнен полностью под самый верх. Аж под самый мост было с разливом реки. Сегодня здесь так. За то мероприятием, пожалуйста, проводите. Отдыхайте. Я нахожусь в Любоморье. В устье реки Бельбек.